Чемпионы мира и Европы, а также победители универсиады этой осенью пополнили ряды спортивных рот в разных регионах страны. Они были ликвидированы в 2008, однако в этом году их возродили. Минобороны уверены, за год службы ребята не растеряют своих навыков. У них особый рацион и распорядок. Репортаж Андрея Кузнецова. Беру с собой самое необходимое. Много, думаю, брать не надо. В армию, как на соревнования. Мастер спорта международного класса Кирилл Прокопьев уже собрал небольшую сумку с вещами и документами. Это многие прошли, как бы я смогу пройти, почему бы нет. Самое главное, чтобы мне не мешало ничего тренироваться. Жизнь по уставу, нагрузки – все это спортсмена не пугает. Боялся, признается, только одного, что из-за службы в армии придется распрощаться со спортом. Еще год назад будущего олимпийца, который недавно взял золото чемпионата России, отправили бы служить в обычную часть. Теперь в специальную спортивную роту, где он сможет постоянно тренироваться. Тебе дадут инструктаж полный, выдадут форму всю. Спокойно по этому. Не паниковать. Последнее занятие на гражданке. Напутствие тренера. Он, кажется, переживает больше самого спортсмена. Что такое потерять форму после армии, в этой школе олимпийского резерва знают не понаслышке. Психологически многие даже ломались, потому что период, который теряется год, многие спортсмены более молодые настигают их и отрываются вперед. Многие бросали прям спорт, и уже кто-то пытался восстановиться, есть были примеры, но не с таким рвением. Служба в спортивных ротах, которые снова появились в армии этой весной, дает будущим олимпийцам уникальную возможность отдать долг родине, не прерывая тренировок. Подразделения для спортсменов уже появились в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону. Призывник Прокопьев будет служить в Санкт-Петербурге. После пятилетнего перерыва Кирилл Прокопьев стал первым владимирским спортсменом, который отправился служить в спортивную роту. Впрочем, здесь сейчас тренируются еще трое кандидатов в сборную России призывного возраста. И в следующем году они, возможно, тоже пойдут служить. Правда, попасть в спортроты смогут только лучшие из лучших. В этом центре олимпийской подготовки занимаются резервисты сборной страны. Здесь надо иметь очень высокие спортивные результаты, выступать за сборную России на крупных международных соревнованиях, в том числе на первенствах мира и Европы. Прежде чем снова взять в руки пистолет на стадионе, пятиборец Артур Ширинов несколько недель учился обращаться с автоматом Калашникова. А еще зубрил устав и чеканил шаг на плацу. Теперь у него, как до армии, каждый день тренировки. В казарму он возвращается на несколько дней. Затем снова занятия в бассейне, бег и стрельба. Так повезло, на самом деле. То, что возродили спортроты. Я как раз в этот год был в сборной, и меня сразу пригласили туда. В планах Артура закрепиться в сборной. Для этого приходится соблюдать режим сна и питания, а главное, в буквальном смысле, каждый день выкладываться по полной. Ближайшие соревнования уже через пару месяцев. Победа на чемпионате страны для рядового Ширинова сродни настоящему военному подвигу. Андрей Кузнецов, Валентин Завьялов, Елена Штоколова, Алексей Корепанов. Первый канал.